Расисты убегают, а мы идем вперед. В ЗСУ сообщили об освобождении села Ревнопель. Это на границе Донецкой и Запорожской области. Это сделали герои из 31-й механизированной бригады. Молодцы, красавцы. Это уже 9-й населенный пункт, освобожденный ЗСУ во время нашего наступления. Друзья, шаг за шагом мы должны освободить всю нашу землю.